Симферопольский роддом номер 2 временно меняет свое функциональное назначение. На базе медицинского учреждения развернут инфекционный госпиталь. С сегодняшнего дня прием беременных, роженец и гинекологических больных прекращен, сообщает Минздрав Республики. Инфекционный госпиталь развернут в соответствии с решением оперативного штаба. Теперь родильный дом будет госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением и признаками ОРВИ, а также односторонней пневмонии, подтвержденной на КТ при отсутствии заболеваний по профилю акушерства гинекология. Те пациенты, которые в роддоме находились до этого дня, будут направлены в первый Симферопольский роддом и в Симферопольскую центральную районную больницу.